Пока взрослые борются за место под солнцем на профессиональном уровне, широкой поступью по стране шагают детские соревнования в рамках 13-го сезона общероссийского проекта «Мини-футбол в школу». Так, в Томске за право выйти в следующую стадию турнира сражались 64 команды мальчиков и девочек, в Казани — 65, а в Красноярске на зеленых газонах футбол-арены «Енисей» состязалось 57 детских коллективов. Прошли соревнования также в Пятигорске, Челябинске и Краснодаре. «Мини-футбол в школу» — это уникальный массовый проект Ассоциации мини-футбола России, который с момента своего основания получил всестороннюю поддержку президента Владимира Путина. Городские финалы соревнований прошли при партнерском содействии компаний «Спортмастер» и «Росбанк», подготовивших для юных любителей футзала ценные призы и подарки. Победители городских этапов теперь выступят на региональных соревнованиях. Активно развивается и уникальное дополнение проекта — совместная инициатива АМФР и ГМК «Норильский никель» под названием «Мини-футбол в школу. Регион Заполярья». Благодаря этому сотрудничеству вот уже третий год в школы Мончегорска, Никеля, Заполярного, Норильска и Дудинки поставляется новый спортивный инвентарь и футбольная форма. А для местных учителей физкультуры проводятся обучающие семинары в рамках Академии футзала. Кроме того, школьники из северных городов и поселков, где расположены предприятия Норникеля, имеют возможность попасть на всероссийский финал проекта, минуя зональную и региональную стадии отбора.